Привет всем! Вы на моем канале Чармик Нас. И в этом видео я хочу показать вам, как я буду делать дольки киви и апельсинчика. Ну, приступим. У меня на палитре ярко-оранжевый и белый цвет. Я его смешала. Получился такой нежно-персиковый. Делаем нашу прорисовочку. Ставим лампу. Подсушили. И сейчас мы заполняем наши дольки, уже не размешивая, ярко оранжевый цвет. И таким же образом мы делаем контур нашего апельсинчика. Стараемся под дотсом немножко так, как бы пройтись по светлой стороне, чтобы оно не четким контур был, а как бы смешивался с более светлым тоном. Так, точечными движениями по невысушенному гель-лаку либо гель-краске проходимся вот так вот и ставим лампу. Подсушили, сейчас по второму кругу прорисуем наши дольки. И сейчас тоненькой кисточкой и не просушивая нашу краску, мы делаем тоненькие вот такие вот жилки. На наших дольках. Ставим лампу, подсушили, и сейчас по такому же принципу мы делаем киви. Делаем сначала, смешивая белый, ярко-зеленый, так вот уголочки, так. Сейчас зелененький. Thank you.
также можно сделать внизу. Ставим сушить. Подсох. Мы сейчас немножечко желтенького в серединку. Чтобы придать немножко живости нашим долькам. Как бы растушевываем вместе с другим гель-лаком. Так, сушим. Вот сейчас черной гель-краской мы делаем наш сушим. Так, и для того, чтобы ярче это все у нас смотрелось, мы наш белый фон превращаем в черный. Убедились, чтобы не было нигде белого, и ставим лампу. Значит, перекрываем сейчас наш ноготочек топом. Правильно кисточку засунула, распушилась. Сушим. Значит, и сейчас высушенному топу мы ставим либо гелем обычным прозрачным, либо тоже топом, либо базой. Ставим вот такие вот капельки. Так как он растекается, лучше сразу сушить. Значит, вот такой вот у нас красивый свежий маникюр получился фруктовый. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.